Итак, наш приятель Хит оказался игроком. Мы выследили его в частном казино, где он играет уже не один год. Что объясняет, почему он потерпел финансовый крах. К черту Хита. А как Сейбл? А что Сейбл? У нее тоже финансовый крах. Ты бесподобна. Твоя компания вот-вот вылетит в трубу, а тебя волнует, с кем я сплю. Послушай, ковбой, эта женщина хочет только разделаться со мной. Я не обязан объяснять тебе, с кем я сплю. Между нами ничего нет. Я 3 недели просидела в этой нищей малярийной дыре, и единственное, что поддерживало меня, это мысль о том, что я вернусь, и мы с тобой сможем восстановить наши отношения. К чему ты говоришь весь этот вздор? Разве это вздор, Декс? Понятно. Тебя интересует, сплю ли я с Сейбл? Да. Я с ней не сплю. А теперь, если не возражаешь, ты встала у меня на пути. Да. Я хочу быть с тобой. Послушай, Алексис, я знаю, почему ты злишься на меня и почему я злюсь на тебя. Это непримиримые противоречия. Давай их примирим. Видишь ли, это все труднее и труднее сделать. Декс, есть вещи, которые стоят больших усилий.